Да вы знаете, всегда нужны наука, культура, искусство. Безусловно, должны быть не только нравственные, но и духовные ценности в нашей стране. Но только проблема в том, что если мы посмотрим по истории России, то лидеры в области науки, искусства, культуры и спорта никогда не ценились в нашей стране. Они находили всегда свое призвание на Западе, уезжая или за границей вообще, уезжая, вынужденно уезжая. Просто, вы знаете, я на себе действительно это тоже несколько испытала, но я очень патриотичный человек, я люблю Россию, я очень преданный человек своей стране, я давно бы уже построила свою карьеру на Западе и вообще где угодно, но я не могу этого себе позволить, потому что я знаю, что дети меня знают в этой стране в лицо, понимаете, я очень верю в Россию, я знаю, что эта страна вообще... самое замечательное для жизни, для творчества. И как бы ни было тяжело, хочется как-то держаться и находить в себе силы продолжать совершать добро, что-то делать хорошее и делиться. И благотворительность – это не всегда возможность поделиться деньгами, это возможность поделиться тем, что у тебя есть, самым сокровенным – временем, участием, позитивом, талантом, умением, навыками, чем угодно. Поэтому я за Россию и считаю, что в России все должно быть и будет в лучшем виде.